Доброго времени суток, друзья! Перед нами Samsung Galaxy A51, и в этом видеоролике мы вам покажем, как на это устройство добавить защиту в виде пароля. То есть, если вы хотите, чтобы когда вы пытаетесь разблокировать свой телефон, у вас запрашивался пароль, а не просто он сразу включался, и таким образом увеличить безопасность своего пароля и защитить свои конфиденциальные данные, то вам нужно зайти в настройки. В настройках нас интересует пункт, который называется «Экран блокировки». Нажимаем на него. Дальше мы видим здесь пункт «Тип экрана блокировки», то есть тип блокировки экрана, точнее. И здесь нас интересует пункт «Пароль». Также вы можете выбрать пин-код или графический ключ, а впоследствии еще добавить лицо и отпечатки пальцев. Как это сделать? У нас есть отдельный видеоролик. А мы сейчас начнем с пароля. Добавляем пароль. И нам предлагают сделать пароль минимум из 4 символов, как минимум одна должна быть буква. Давайте я впишу пароль. Такой, чтобы вы не видели. Вписываю пароль. Проверяю, все ли правильно. Нажимаю «Продолжить», после чего меня просит повторить попытку. Проверяю опять, все ли я написал правильно, потому что очень часто совершаешь глупые ошибки. И нажимаешь здесь «Да». После этого нам говорят, что пароль был создан. Мы нажимаем здесь «Тоже готово». Здесь есть некоторые настройки, кстати. Советую вам здесь со всеми ознакомиться. Здесь есть тип просмотра. Мы можем также скрывать содержимое на экране блокировки. То есть, смотрите, раньше у нас вот такие вот уведомления приходили. Нам, к примеру, если кто-то напишет в Инстаграм, то у нас будет сообщение, что вам кто-то написал в Инстаграм. Будет написано, кто вам написал и что вам написал. Если поставить галочку «Скрыть содержимое», то вам будет приходить уведомление по типу, ну, вам написали в Инстаграм, но не будет писать, кто написал, что написал и что вообще это за уведомление. Вы просто будете видеть, от какого приложения оно пришло. Дальше мы можем включить прозрачность или выключить прозрачность уведомлений на экране блокировки. Мы можем включить реверсию цвета, чтобы было поприятнее видно. Также мы можем настроить оповещения и также в режиме Always on Display, как это будет работать. Нажимаем «Готово», нажимаем «Принять». Здесь нам предлагают создать резервную копию, я этого делать не буду. И все, теперь, чтобы мне разблокировать данное устройство, мне нужно вписать пароль, иначе я разблокировать его не могу. Давайте я сейчас впишу пароль. Вписываю и нажимаю. То есть, подождите, давайте я вам покажу. Вписываем пароль, нажимаем «ОК», и наш телефон был разблокирован. Точно так же мы сюда можем еще добавить отпечаток пальца в пункте «Биометрия и безопасность» и распознавание лица, чтобы каждый раз не вводить длинный пароль, а сделать это все побыстрее. На этом мы будем заканчивать. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всего хорошего. Пока!